апреле в нашей школе прошла торжественная церемония вручения ветеранам юбилейных медалей 70 лет победы в Великой Отечественной войне. На церемонии присутствовал депутат Каннского городского совета Егор Осипов, начальник отдела культуры и администрации города Каннска Лариса Шляхтова и председатель городского совета ветеранов Виктор Хворов. Именно они вручали ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла юбилейные медали победы. Эти медали являются свидетельством того, что мы, ваше поколение, последователи, никогда не забудем о ваших подвигах, всегда будем чтить и благодарить вас за то, что вы позволили нам жить в стране свободной, в стране свободной от людей ваших. Спасибо вам большое, здоровья и счастья. К этому событию ученики школы готовились очень тщательно. Открывая церемонию вручения медалей, вокальная группа нашей школы исполнила песню «Нам нужен мир». Ученица 10 класса Алена Дорошенко спела знаменитую песню «Журавли». Во время исполнения песни зрители сидели завороженно. И в конце дружно аплодировали Алене. Самым ярким выступлением была театральная постановка песни «А закаты алые» 8 Г класса. Для нас война – история. И то, что мы из этой истории вынесем, определит наш сегодняшний день. Говорит в своем фильме «Ожившая рукопись» ученик 9 А класса Ислам Берсанов. Участие в торжественной церемонии принимали и совсем маленькие ученики из 3 А. Они с белыми голубями и воздушными шарами представили свой номер «Птицы белые». Ребята старались порадовать ветеранов, всех зрителей. После торжественного вручения медалей ветераны были приглашены в школьный музей на чаепитие. Все присутствующие искренне благодарили ветеранов за победу и мирное небо над головой. Это событие осталось в сердце каждого, кто общался и поздравлял ветеранов. Ведь это так здорово и волнующе видеть тех, кто подарил всему миру спокойное и светлое будущее, позволил молодому поколению жить и не видеть страшных военных дней, радоваться всему светлому, что происходит на свете. Спасибо нашим ветеранам за мир и победу. Екатерина Купцова, Екатерина Рыжкова, Ислам Берсанов, творческое объединение «Шкадр».